В алхимических лабораториях можно смешивать ингредиенты, получая полезные зелья и смертельные яды. Ну а вдруг кто не знал? Здорово, молодые, пожилые и безбашенные скайримщики. Продолжение «Что будет, если?» в Скайриме. И сегодня мы посмотрим, что будет, если убить Сэма Гевина, который нам дает посох Розу, при помощи которой можно призывать Дремор. Пожалуйста, поддержите данное видео Лукасом, подписочкой и огромное невероятное спасибо вот этому списочку людей. Благодаря вам и вашей поддержке видео выходит на регулярной основе. Ну а мы не будем тянуть Сэма за его розочку, погнали по Некселю КСТА. Вижу, ты не прочь крепко выпить. Как насчет дружеской попойки на спор? На кону чудный посох. Помогите! Убиваю! Меня напали! Осторожно, что ли? Боги! Очередная травма! Что ты говоришь? Пощады! Вообще, конечно, изначально я надеялся, что посох будет у него, но кроме кинжала, черной мантии и сапогов, у него вообще ни хрена ничего не оказалось в инвентаре. Но здесь есть маленькая тонкость, есть маленький нюанс, который может натолкнуть на размышление. Видишь ли, этот пацак не такой простой, как кажется, и он может призывать Дремор, даже без посоха, ну, само собой, естественно. Поэтому следует предположить, что Дремора, который придет ему на помощь, возможно, будет обладать этим самым посохом. Вот только он все никак, зараза, не хотел воспользоваться этим заклинанием. Ну, скорее всего, из-за того, что я уж больно сильно бью по нему. Ну, знаешь, мол, он типа пугается, думает то, что не справится со мной, поэтому и Дремору на помощь никак не призывает. А вот если начать с ним бой с кулаками, то вот, пожалуйста, вот тебе и Дремора. И если его убить, то, к сожалению, он, как и обычное призывное существо, улетает к себе обратно в Обливион. И посох достать никаким другим образом уже не получается, к моему огромному сожалению. Так что, если не хотите проходить квест, пожалуйста, валяйте, чпойканьте пацапацика, пацанчика. Ну а если вам все-таки хочется добыть розу, либо для Феррера Коллекшена, либо для своего личного использования, то вот, пожалуйста, лучше так не делать. Всем огромное спасибо за просмотр, приходите на трансляции, они проходят в 16:00 по московскому времени на этом канале. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и до встречи на данном стрече. Пока!